Petro Margarita is back. Привет. Привет. Ну, как ты себя чувствуешь? Чувствую хорошо себя, даже отлично. Даже отлично? Да, уже вес согнал, уже готов. Даже. А уже все? Да. Да. Сколько было? Надо было? Много? 4 килограмма. 4 килограмма? Это чуть-чуть, Да. Это до 105, да? Да. Да, окей. Я вижу, ты чуть-чуть потерял воду. Ну, завтра будет другой день, и в субботу совсем другой день. Да, да, да. Восстановлюсь. Зурабсу уже здесь? Видел, не видел? Ну, я видел в Инстаграме, что он уже приехал. Угу. А, мы уже говорили по этому, но ты все время думаешь об этом. Как ты считаешь, это матч будет в круг? Или ты будешь пробовать что-то другое тоже? Я, конечно, попытаюсь не дать ему прям глубоко в крюк меня втянуть, потому что я знаю, что он там очень мощный. Угу. Я рассчитываю на хотя бы ну чуть-чуть не опуститься в нижнюю позицию, угу. Ну, потому что Зураб, я думаю, там очень сильный будет и могут быть у меня проблемы. А прошлый раз был Энгин сказал, что для него это самый любимый матч. И тоже так был, ты с Нуго, это было потрясающе. Что ты можешь сказать про Нуго? Ну, Нуго, он как-то очень мощный спортсмен, и луч у него мощный, и бок очень мощный. И при том, у него такая антропометрия, что, допустим, человеку с большой рукой тяжело за него взяться. Очень тяжело. И получается, я ему прямо же за предплечье брался. И тут у него как бы преимущество в этом. И плюс он еще на боковое движение, я видел, там 100 килограмм сдвигает, как чисто просто это делает. Ну, мне было бы очень интересно, как этот спортсмен ну, дальше себя покажет, посмотреть mm-hmm. на это. От него такая энергия была, энергия, да? И даже ты чувствовал, ты получил это, и тогда как-то на третий раунд поменялись энергии, тебе он было меня больше. Аж разбудил, аж да. поднял я. Просто вот да. взбудоражил. Я думаю, это был классный матч для вас обоих. Я его видел в чемпионате Европы. Он выглядел хорошо, готовится на следующий уже соревнование. На этот раз Зураб. Мы уже много говорили по его рукой. Но ты как ты сам думаешь, он готов? Ну так. Ну я думаю, что морально и физически он готов. Но я понимаю, что все равно мало времени для такой травмы. Я это понимаю, и ну, я не расслабляюсь, как бы я, uh-huh. я думаю, что он все равно будет мощный для меня. Uh-huh. Ну, надеемся. Это просто увидим через два дня, да, как там будет, и все будет, но травма была совсем серьезная. Очень серьезная, да. Уже видел Петренко, уже видел Дадикяна, говорил Петренко. Петренко выглядит очень хорошо. Я его видел King of the Table, там Дубай, там ему было больше нервничал. Сейчас он выглядит так. Считаешь Петренко фаворит в твоих глазах? Все-таки еще думаю, что Дадикян фаворит. Дадикян. Да, он какой-то по суше, я смотрю. Мне кажется, он будет повыносливее. Он тоже скидывает вес. Я знаю. Много. Я думаю, все-таки, что у них плюс-минус одинаково будет по силам, но Давид, наверное, все-таки же. Я болею за Олега, конечно, но так mm-hmm. рассуждаю, что передержать mm-hmm. его может. Еще я видел Сашу, да, он тоже скидывает вес, я тоже не видел, как он нормально выглядит. И Давид Самуши еще не здесь. Как считаешь, вот это гонять вес, например, там 6 килограмм, 4, 5, да? Ну, я видел сегодня Сашу Андреева, я увидел, что человеку тяжело, очень тяжело было согнать этот вес. Да. И не знаю, я думаю, он вообще спортсмен талантливый, в принципе, он восстановится, время у него есть. Да. Ну, все равно, это как бы не его категория. И вчера даже говорился, просто очень многие здесь гоняют вес. Прошлый раз не было так, но этот раз так есть, как Адам Вавразинский из Америки, он 6 килограмм до 91, до 85 сегодня гоняет. Так, ух. Ну, я думаю, хорошо, что это больше, чем 36 часов перед стартом, да, зависит не завтра, а старт только вечером, в субботу. Так что, да, это очень хорошо. Да, для тебя тоже. Да. А,
Мне это классный матч, я хочу видеть Зураба в хорошей форме, ты тоже, надеемся, он спасибо. Тоже в такой форме. East vs. West 13, live this Saturday. We have Margarine here, and he's ready again to show who he is.